Все больше жителей Мосула покидают город по мере освобождения очередных кварталов от исламистов. Иракская армия очистила от боевиков Исламского государства около трети территории западного Мосула на правом берегу реки Тигр. Операция продолжается с середины февраля. Люди, более двух лет жившие под властью исламистов, оказываются в заложниках уличных боев. ООН и другие гуманитарные миссии с трудом справляются с потоком беженцев из западных кварталов Мосула, некоторые из которых делятся своими впечатлениями от пережитого. Полтора десятка человек пытались уйти из квартала Аль-Мансур, пока по ним стреляли снайперы. Ведь им все равно, кто перед ними – женщины, дети. Люди вынуждены были бежать зигзагами, уходя от снайперского огня. Один лавочник собирался открыть свой магазин для раздачи гуманитарной помощи. Люди с нетерпением ждали у дверей. Как только он открыл дверь, весь магазин взлетел на воздух. Освобождение западных кварталов Мосула от исламистов затягивается из-за того, что террористы нередко перемешаны с мирным населением и используют привычную для себя тактику минирования городской территории, снайперов и смертников, что приводит к еще большим жертвам.